Ребятушки, всем привет! Сегодня утром мне в директ девушка прислала сообщение следующего характера, что это лохотрон, зачем вы это рекламируете? Я не рекламирую, это не реклама, это мой конкурс с честными, настоящими подарками. Подарков очень много. Поэтому я очень вас прошу, если вы не понимаете, не разбираетесь, если вы где-то услышали и сейчас начинаете это нести в массы как свою правду, ну не стоит этого делать. В моих, потому что их было уже два гивах, очень много людей принимали участие, я потом выставляла это все в сторис. Я не знаю, может быть, кто-то и обманывает свою публику, я так не делаю. И потом, естественно, победителя я тоже буду выставлять в свой сторис. Не забываем подписываться на всех моих друзей из раздела подписки. Помним, что ваше... Также обязательное условие, ваш аккаунт должен быть открытым. И уже сегодня мы разыграем первые деньги. Приехали мы. Только второй паре. Эх, занятия наши подходят уже к концу. Упрощаю вам задание. Вот эти вот две последние строчки можете изменить. Корзинку, резинку, корзинкой, резинкой. Там приехала свекровь, привезла с собой морковь, предположим, да, положила все в корзинку, завязала все резинкой. Чувствуете, вот эти вот окончания могут меняться на у и ой. Все, поехали. А волк спал после сытного обеда у себя в логове. Вот заяц возьми, да и провались в волчье логово. Проснулся волк, обомлел. Заяц. Нет, открой. Заяц. Ага. А тот стоит перед ним, ни жив, ни мертв. Лапки по швам. Не успел волк очухаться от неожиданности. Как заяц вдруг преобразился. Не торопись. Заднюю ногу вперед выставил, да как заорет во все горло. Встань! Вот. Вскочил волк, а заяц громче прежнего. Окончательно растерявшись, отвечал волк. Молчи! Кто с тобой разговаривает? Вспомни о вечной школе! А где солнце? Хочу, чтобы история нашей любви